Праздник начался еще до полудня. Прогулки по парку любой желающий мог разнообразить интересным и веселым аттракционом. Например, взять в руки мешок и постараться сбить им соперника, стоя на бревне. Кто-то даже один удар нанести не мог, кто-то держался до последнего. Пока одни дурачились, другие занимались творчеством. Мастерили веревочных куколок-маслениц и рисовали картинки. Принять участие в мастер-классе по изготовлению сувениров хотели многие. Поверье гласит, если не отмечать масленицу весельем, быть беде. Поэтому многие сочинцы и гости курорта решили проводить зиму народными гуляниями в парке Ривьера. Да и угощений было предостаточно. Все точки питания в парке Ривьера предлагали бесплатно отведать блинов, сушек или чаю. У кафе за главным блюдом ушедшей недели выстраивались целые очереди. Краснодарка Лидия Байракумова специально приехала проводить масленицу в Сочи. Получить свою порцию солнечных угощений ей удалось в знакомом кафе. В этом парке у меня была практика, и я вот хожу, ищу, где же кафе летом, в котором я была на практике 4 месяца. И тут как раз блины, и я поднимаю глаза и вижу. Поэтому для меня это чувства возвышенные. И прямо, видите, у меня аж голос срывается от того, что в душе у меня очень тепло, ностальгия. Очень важно в последний день поесть блины, соблюсти традицию. Пышные горячие блины подавали на любой вкус – с медом, вареньем, сгущенкой или сметаной. Чай разливали из самовара. Кстати, помимо угощений, в последний день масленицы принято также просить друг у друга прощения. Всех поздравляем с праздником, прощаем всех. Спасибо вам большое. Хорошо все организовано, все понравилось, прямо от души. Красотки. Спасибо. На праздник. Все, молодцы, всего хорошо доброго, все прям здорово. К вечеру желающих попробовать блинов и принять участие в проводах масленицы становилось все больше. До обряда сжигания чучела гости описывали свои плохие качества и невзгоды и бросали записку в карман масленицы. Ну, конечно, все невзгоды, печали, плохие мысли, зло какое-то. Пусть горит. Все улетучится, вообще все сгорит пускай. Синим пламенем пусть сгорит вместе с этой бабой. Всем добра, мира, счастья, здоровья, денег. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.